Привет-привет, меня зовут Даша, и в этом видео я расскажу тебе, как с ног на голову перевернулись правила делового стиля в 2021 году и что теперь нужно знать, чтобы выглядеть на учебе на самом высоком уровне. Я уверена, что большинство за эти полтора года так сильно привыкли к своим домашним таким пижамным штанам, что возненавидели лютой ненавистью все такие жесткие штаны, которые там вроде джинсы или таких плотных костюмных, которые так вот стягивают живот, давят на ноги. После тотальной удаленки мир никогда не станет прежним, и границы между домашней одеждой и одеждой для работы так сильно размылись, что родилось новое направление стиля, которое называется «as-flow». 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 Что это вообще такое? Это соединение слова «aslesha», то есть все спортивное, это свитшоты, джоггеры, худи, с «flow» — элегантно струящиеся ткани, которые приятны на ощупь. Одежда в стиле «as-flow», она достаточно деловая для того, чтобы находиться в ней в офисе, достаточно удобная для того, чтобы пытаться заниматься йогой в ней, и также достаточно комфортная для того, чтобы прилечь с ноутбуком на диване. Абсолютно все равно, как вы планируете заниматься очно или на удаленке, эта одежда подойдет в любом из этих случаев. Итак, какая одежда нам понадобится, чтобы создавать образы в этом стиле? Ограничение по цветам не должно нас смущать. Нужно помнить, что помимо черного и белого есть различные оттенки бежевого и серого. То есть вот такая вот палитра может быть использована. Целый спектр различных глубоких оттенков всех цветов радуги намного интереснее, чем обычный черный. А из светлых можно использовать кремовые оттенки. Эти цвета вполне органично впишутся в твой деловой стиль и совершенно не нарушат дресс-код. Досмотри это видео до конца, чтобы узнать, какие сумки будут актуальны в этом году, которые можно брать с собой на учебу, помимо, конечно, рюкзаков и шоперов. Итак, начнем. В списке покупок номер один – это у нас брюки. Свободные, на резинке или защипах, которые можно носить без ремня. Прямо как в фильме «Она», где изображалось недалекое будущее, ради комфорта можно и пожертвовать некоторыми аксессуарами. Ткань тоже играет важную роль. Попробуй выбрать брюки из плотного трикотажа, но не спортивные, а скроенные, как классические такие деловые брюки. Ты удивишься, как это на самом деле удобно, и выглядят они при этом как такие строгие брюки от делового костюма. Получается и удобно, и не нарушает никаких правил. Также материал может быть с легким сатиновым отблеском, как у пижамы. Тогда мы будем сочетать такие брюки с рубашкой прямого кроя, примерно с такой же ткани, чтобы получился костюм. Покупка номер два – это миди-юбка. Я специально не буду предлагать преппи-образы с мини-юбкой, потому что в большинстве учебных заведений они запрещены. Но если у тебя не строгая форма, то видео о французском и корейском стиле я подробно рассказываю про актуальные образы с мини. Вот здесь будут подсказки. Возвращаемся к миди-юбке, как и полагается для направления as-flow. Выбираем юбку из ткани трикотажной, может быть с легким сатиновым оттенком, черную, синюю, оттенка кофе с молоком или же совсем бежевую. Силуэт выбираем узкий в бедрах и чуть расклешенный к низу. За счет этого расширения будет легко делать шаги. Из-за эластичной ткани свободу это только дополняет. Не советую брать юбки с какими-то разрезами, потому что они совсем не соответствуют деловому стилю. Тем более, что разрезы и шлицы, они придуманы для юбок из такой жесткой ткани, которая совсем не тянется. Покупка номер три – это рубашка. Но если хлопковая, то не стоячая колом, то есть она должна быть хлопковая, но тонкая и легкая. И, кстати, ее можно носить на выпуск вместе с брюками. Вот примеры, как это выглядит. Достаточно сдержанно и собрано. Если же носить рубашку, заправляя за пояс, то советую выбрать такую не с классическим воротничком, а с V-образным вырезом, совсем без лацканов, или же с классическим английским воротником, как вот на этих примерах. Покупка номер 4 – это уже трикотажная рубашка с длинным рукавом или с коротким, вроде поло. Лучше всего такие вещи смотрятся из трикотажа, который называют лапшой, где видны бороздки. Такие рубашки с длинным рукавом лучше всего брать прилегающего силуэта или немного свободного. Если с коротким рукавом, то лучше только прилегающие. Кстати, такие рубашки будут незаменимы именно с коротким рукавом, когда включат отопление, все будут погибать от жары. Что по цветам? Не советую выбирать чисто белые и черные. Лучше поиграть с оттенками, например, цвет слоновой кости, какой-то кремовый, будет намного интереснее, чем просто белый, а какой-то глубокий интересный синий или глубокий серый тоже будет лучше выглядеть, чем черный.
Номер 5 в моем списке – это классическая водолазка с добавлением шерсти или кашемира. Главное, чтобы она не была синтетическая. Под синтетической я предполагаю такую ткань, которую используют, например, для спортивных леггинсов. Такая гладкая и очень тягучая. На ощупь сразу понятно, что там ничего натурального нет. Водолазку можно носить с брюками, заправив ее за пояс. Также с миди-юбкой, о которой мы говорили ранее. Также можно закатать рукава. Или же надеть еще наверх рубашку, если достаточно холодно, и расстегнуть верхние пуговицы. Покупка номер 6. Это джемпер, кардиган или свитер. Выбирайте плотные вязки с круглым воротником, чтобы напоминал свитшот, с V-образным вырезом. Если свитер, то с большим стоячим воротником. Я включила эти вещи в один пункт, так как задача у них будет одна, как следует утеплиться. И если ты уверена, что в твоем учебном заведении всегда тепло, то можно купить только один кардиган на всякий морозный случай. Остальным же не помешает купить один качественный шерстяной свитер или джемпер для комфортного нахождения в холодной аудитории. Мне очень нравится, как выглядит водолазка, если сочетать ее с джемпером с круглым вырезом. Такое необычное сочетание, обязательно попробуйте, если еще не пробовали. И, кстати, сочетаться кардиган и джемпер будут не только с брюками, но и с миди-юбкой. Отдельно скажу о цветах, помимо каких-то однотонных. Что хрень-то, я не могу понять. Отдельно скажу о цветах. Помимо однотонных, советую обратить внимание на такую актуальную расцветку, как бретонская полоска. Ее давным-давно ввела моду Коко Шанель, вдохновившись моряками с Ривьеры. Эта полоска до сих пор выглядит очень стильно, особенно красиво это выглядит на больших таких оверсайз свитерах, вот, например, как здесь. Седьмая покупка – это вязаная жилетка. Чтобы эта вещь выглядела современно, выбирай ту, чтобы она не заканчивалась там, где заканчивается твое плечо, это вот здесь, чтобы оно красиво спускалось дальше, где-то на 5-10 сантиметров, чтобы был красивый наплыв. Также, чтобы она не заканчивалась на талии, а продолжалась чуть-чуть вниз, но не доходила до бедер. У жилетки может быть плетение косичками, она может быть однотонной, это не так важно. Главное это то, чтобы она не была совсем в облипку, чтобы она была чуть-чуть свободная. Восьмая вещь в списке – это пиджак. Плотный, свободный, прямой, однобортный. В плечах должен быть чуть-чуть свободный. Вот у меня есть пример, какой пиджак брать совсем не нужно. Сейчас покажу. Итак, по пунктам. Во-первых, он плотный, но эта плотность достигается не за счет шерсти в составе или толстого трикотажа. Это хлопчатобумажный пиджак на лето, на ощупь как парусина. Нам не нужен парусиновый жакет, нам нужен жакет плотный и мягкий. Помните про направление S-Flow? Так вот, все вещи у нас должны быть S-Flow. S-Flow. Может, я как-то неправильно говорю? Во-вторых, рукава. Это просто трагедия. Они узкие. Если под такой пиджак попытаться надеть какой-нибудь джемпер, вот что будет? Вот пример. А вот здесь хороший пример, какая должна быть ширина рукавов. Следующая претензия – это плечи. Вот так вот быть не должно. Как это проверить? Смотрим на плечо в профиль. Чем более округлая и жесткая часть, где вшивается рукав, тем сложнее будет поднять руки. Просто выбирай тот жакет, который не будет узким в предплечье, возможно, даже без вшитого поролонового плечика, за счет которого держится слишком строгая острая форма плеча. Я не говорю, что нам нужен жакет совсем свободный в рукавах, вроде японского кимоно, хотя они, кстати, классные. Пусть общий покрой будет, как у обычного пиджака, но более свободный и неформальный, чем у более строгого такого узкого жакета, в котором не продохнешь и руками не подвигаешь. И посмотрите, вот хорошие примеры, на контрасте видна разница. Кстати, для учебы можно и даже нужно составлять капсулы, тогда у тебя каждый день будет новый красивый образ, и при этом вещей будет использовано мало. У меня есть очень подробное видео на эту тему, пожалуйста, пользуйся, не стесняйся, вот здесь вот будет ссылка. Номер 9. Это трикотажные платья чуть выше щиколоток. Это вещи свободного силуэта, с круглым вырезом или с высоким, как у свитера. Может быть по плетению, как лапша, о которой мы говорили раньше, может быть однородные, могут быть вообще косичками. Это такой максимально уютный и простой вариант, который будет прекрасно смотреться с кедами, с балетками. По-моему, это вообще must-have на осень и на зиму. Под низ можно надеть еще плотные шорты, чтобы было не так холодно на улице.
Мне такие платья очень нравятся, по-азиатски, мило и скромно. Пункт номер 10. Сумка для учебы. Если не хочется выбирать рюкзак, советую присмотреться к трапециевидным сумкам. Например, это тоуты, черные, коричневые, а также из замши или плотного нейлона. Отличаться будут только ручки и возможность пристегнуть длинный ремень, чтобы носить сумку через плечо, а не в руках. Сумка боулер или сумка купол – это трапециевидная сумка с округлыми краями. Сумка сэтчел, то есть сумка ранец, изначально универсальная сумка среднего размера для переноски книг, жесткой формы, из кожи, закрывается клапаном и носится через плечо. Более мягкие сумки – это хоба, то есть это сумка мягкой формы с полукруглой цельной ручкой. И самые простые хлопковые шоперы с рисунком и без. Пункт 11 – это обувь. Для комфортного посещения занятий мы уже выбрали одежду, осталось только определиться с обувью. С вещами из списка выше будут хорошо смотреться лоферы, броги и оксфорды, балетки, кеды классические, нейтральные, кроссовки, желательно спокойных цветов, а к юбке еще подойдут туфли на небольшом каблуке. Поздравляю тебя, теперь ты точно знаешь, как классно выглядеть на учебе в этом новом учебном году. Желаю добиться тебе больших-пребольших успехов и до встречи в новом видео. Пока-пока!